каждый будний день 7-летний боснеец Махир идет в школу. И при этом твердо знает, на уроках будут спрашивать только его. Махир – единственный школьник в уединенной горной деревне Петровичи. Когда-то здесь жили 300 человек, а теперь осталось несколько десятков. Кроме Махира детей нет. Так что школу открыли только для него. Мальчик учится второй год. Учителем работает Самир Копич. Обычно у него в классе не менее 20 учеников. Предложение учить только одного мальчика стало для Самира испытанием, но он согласился. В первый день Махира привела мама. Мы смотрели друг на друга с опаской. Мальчик, наверное, оценивал меня, гадая, каким будет учитель, строгим или нет. А мне оставалось только молиться, чтобы он оказался общительным, и мы нашли бы о чем поговорить. К счастью, так и случилось. Махир сначала боялся, что не выдержит учебы без сверстников, но теперь привык быть единственным учеником в школе. Мне сразу понравился мой учитель, поскольку я понял, как много он знает, когда начал задавать ему вопросы о том, чего не знаю сам. Ученик и учитель стали настоящими друзьями. Мама мальчика рада. Поначалу было немного грустно, но теперь я вижу, что у сына появился друг, к тому же ему нравится учиться. В Боснии базовое образование обязательно. Учеба длится 9 лет. Первые 5 преподает один учитель. Потом дети учатся у разных преподавателей. Махир будет ходить в деревенскую школу, пока не окончит 5 классов. Потом ему придется учиться в ближайшем городе Олово, до которого 40 минут езды по горной дороге. Но мальчик обещает не забывать своего первого учителя и всегда его навещать.